Привет, друзья! Американские гаубицы М777, полученные недавно Украиной от США, уже попали под удар российских войск. Для удара были использованы российские дроны-камикадзе Куб БЛА. Видео обрезано, но, как сообщается, гаубицы М777 были уничтожены в районе поселка Подгорное Донецкой Народной Республики. Российский дрон «Камикадзе» Куб-БЛА способен развивать скорость до 100 км в час, несет полезную нагрузку 3 кг и имеет продолжительность полета 30 минут. Достоинства дрона Куб-БЛА – скрытый запуск, высокая точность бомбометания, бесшумность и простота в обращении. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.